Фу, давайте начнем пилу, что ли. Ой, боже. Новое сохранение, да, подтвердить. Средний уровень или безумие? Конечно, безумие, да. Я понял, что я знаю, что она на PS1 есть. Но у меня сейчас просто в планах другое совсем. Совсем другое. Нихуя, тут началось нормально. I wanna play a game. Типа звука не было. Спорим, я сейчас сразу умру. Спорим, я сейчас сразу умру. Я прям сейчас вот прям сейчас сразу. Здравствуйте, детектив Дэн. Я хочу сыграть с вами. Ваша одержимость моей поимкой решила собственной жизни вас и других людей. Вы злоупотребляете всеми средствами, проводите чужие судьбы в поисках истины. Вы на русском. Семью, свою должность и даже жизнь вашего напарника детектива Синга. Вы потеряли здоровье. Его отняла пулевая рана у вас в груди. Но вы не сдались, не так ли? Сейчас узнаем, сможете ли вы преодолеть свою одержимость. Вы без сомнения помните то устройство, что закреплено на вашей челюсти, это улика, оставшаяся с вашего расследования. Вот что случится, если вы проиграете. Бэм! Освободитесь от устройства. Ой, как я люблю пилу. Фильм. Или сидите спокойно и дайте. Классный. Мне правда жесть не нравится в ней. А все остальное круто сделано. Так. Как это работает? Чё там было? Чё там было? А, нажать? Что? Что? Какую кнопку крутить? Крути! Пожалуйста, крути! Я говорил, что я умру. Ну чё крутить-то надо, алё? А? Фух. Так, теперь я, кажется, понял, что надо было крутить. Я не стану играть в твои игры ни за что! Так. Я, наверное, вам сделаю звук погромче, потому что чё-то как тихо. Тихо. Ага. Вот так. Субтитры есть. Продолжить. Комбинация. Я так понимаю, надо сделать так, да? Да не так, слышь. Ти-ти-ти-ти-ти. Три... Это семь или один? Четыре, три, один. Допустим. Допустим, четыре, три, один. 4, 3, 7, значит. Все заслужили посмотреть что-то другое. Да уж. Найди следующую подсказку конструктора. А есть игры про Джейсона, кроме последнего, что вышло? Пятница 13. The game. Помогите кто-нибудь, я в ловушке. Здорово. Чё это? Чё такое-то?
Эй, есть там кто? Есть. А кого тебе надо? Кого ты ищешь? Господи, я прям так рад, такое спокойствие здесь прям. Чёрт, что ты наделал? Чтобы сбежать из этой комнаты, нужно действовать сообща. Если активировать панель, откроются обе двери. Детектив Тэп, чтобы открыть панель, вы должны найти предмет в туалете. У метазов я собрал следы одержимости многих наркоманов. Итак, детектив, поройтесь в чужих отбросах, как вы заставляли людей рыться в ваших. Если кто-то из вас не справится с задачей, заряды в комнате взорвутся. Батман! Советую поторопиться. Воу, слышь! Погоди. Черном бросил что-то в унитаз. Да я не срать собрался, слышь, дверь открой. Открой дверь. А-а-а-а-а. В какой? А да, там полно иголок, но придется искать в унитазе. А-а-а. Взял? Успел? Успел. Ай-яй-яй-яй, больно. Больненько было. Да. А, я уже по привычке что-то с какой-то другой игры. Давай. Открывай. Нет! Угу. Заперто? Слышь, братан. А, надо было просто кнопку нажать. Ясненько. Хреновое дело. По этому стеклу идти будет больно. Свои ботинки не дам. Снят обувь, можете пораниться, разбросаны повсюду предметы, например, битое стекло. Ну, пойдем аккуратно, чё. Не по стеклу. Желательно. Я сейчас чувствую себя Джоном Маклейном. Мы такие это... Чё это было? Шприц. Медикаменты. Окей. Жмите и удерживайте X, чтобы подправить здоровье, введя подкожную инъекцию. Чем дольше будете удерживать, тем больше здоровья становится. Ясненько. Блин, что-то на джойстике мне немножко неудобно, что ли. Это будет свет. Нажмите Y, чтобы включить свой источник света. Сейчас у вас есть зажигалка, можно найти другие источники света. Каждый из них уникален. Чего это там? Я вторую часть проходил на стрим, первую нет. Я заранее ответил, по-моему, на вопрос. Я хочу эту игру. Кто-то изображает Шварценеггера. Дай сюда ключ! Ой, здрасте. А чё, ты мужик? Мужик. Чё происходит? Нихера себе. Чувачок остался без башки. Некоторые люди не ценят жизнь до тех пор, пока им не приходится бороться за нее. Они следуют от колыбели к могиле, ожидая, что мир даст им все нужное. Я демонстрирую им возможную смерть и жертвы, на которые нужно пойти ради выживания. Посмотрим, я на лицо хотел на его посмотреть. Пойдете вы, когда придет время. Ну, посмотрим. Will you appreciate your life? Ты ценишь свою жизнь? Да. Естественно. Там был такой хороший русский. Что это было? Это была свинья. Ой, я помню, блин, я меня в я когда первую пилу посмотрел, я плохо спал. Потому что там была эта свинья. Фу. Сейчас, конечно, сижу ржу, но первый раз, когда я ее увидел, мне что-то как-то это не по себе было. 3 апреля 1880 года, значит, строительство лечебницы Уайтхерст для душевнобольных. Наконец-то я
ты повторял эту персоналу, но считаю, что оно того стоит. Думаю, здесь у нас все будет по-другому. Мы сможем изменить жизнь людей благодаря каждому из нас за... благодарю каждого из вас за ваш вклад. Мне уже глаза мутнятся. С уважением, Дэниел Уайтхерст, доктор медицинских наук. Может, все-таки попробовать на клаве поиграть? Что-то у меня на джойстике как-то... Сейчас... Что-то я... Ну-ка. Да. Подожди. Погоди, а как... как играть-то? Хорошо. Так, сейчас методом научного тыка. Т, Е, Х, Э, Ф, Ж. Как свет включить? Ctrl, пробел. Что, Shift? Нихуя. Ты что, дерешься? Дерешься, мужик? И мне бы управление знать. Я был бы не против. Опа. Так, тройка — это шприц. Четверка — это пойнта. Кассета взять. Его. То есть они что-то против меня мутят там? Он заставляет их против... Ах ты ж какой! Ах ты пипися! 2 июня 1885-го лечебница Уайтхерст для душевнобольных открыта для пациентов с самым тревожным и вспыльчивым характером. А как крутить вниз? Мышка, что ли? Нет, а как? Page down, что ли? Слышь? О, а, вверх надо. Вверх нужно нажимать. После того, как мой отец покончил с собой, будучи психически больным, поклялся помогать восстановлению каждой беспокойной души, жаждущей помощи. В этой больнице будут применяться передовые методы лечения, как традиционные, так и экспериментальные. С уважением, Дэниел Уайтхерст, доктор медицинских наук. У тебя уже скилл. Чего? Да ну, не надо вспоминать мне этого Сэма, я уже не хочу о нем. Эй! Что ты делаешь? Прости, друг, такая у меня роль в игре. Ничего личного. Хотя я на твоем месте что-нибудь поскорее бы схватил. Давай! Чего? Удерживайте Shift, боевая стойка. Один для выполнения обычной атаки, три для выполнения мощной атаки. Чё? Ты серьёзно? Это из-за тебя я здесь. А можно? Можно. Ты чё? Ты чё, конь, бей! Это бей! Виноват. Чё? Мы бить-то будем сегодня? Чё-то... Да, похоже, мне придется на джойстик вернуться. Что я хер знает. Моя игра закончена. Пау! Нихера себе. Так. Сейчас я научусь драться. На X. Так, это сильный удар. Нормально. Ладно, все. Я привык. Я не хочу эту игру. Почему? Что не так? Многим из вас интересно, как отсюда убежать. Ответ прост. Найдите ключ детектива... найдите детектива Дэвида Тэпа. Я спрятал ключ в его теле. Ключ — единственный шанс на побег. Сделайте то, что вы должны, чтобы выжить. Эм, как?
Он где-то во мне спрятал ключ. Нихера ты какой констриктус, констриктор-царович. И кто ты, что там? Клебуется ключ. Ключ. Да не, нормально. На мышку. На мышку. На мышку удары. Просто я еще не привык. По-моему, эта игра на пеку сначала вышла. Потом уже на все остальное. Что играть-то вроде бы нормально. Я просто надо привыкнуть. Я подумал, что на джойстике, наверное, лучше будет. Двери с дробовиками. Конструктор установил скрытые ловушки на дверях лечебницы. При опускании шкива быстро нажимайте соответствующие кнопки. Если нажмете не ту кнопку или не успеете вовремя, то вам будет произведен выстрел из дробовика. Хорошо. Не надо. Не надо. И посмотри, как они ее сныкали сексуально. Так. Чего это такое? Мгновенное лечение. Некоторые предметы для лечения применяются сразу, как только тэп их подбирает. Их нельзя хранить в инвентаре, отличаться от шприцов. Хорош? Да? Я просто на PS3 не видел ни разу диск. Пилы первый. Вообще ни разу не видел. Вторая, ладно, еще. Вторая продавалась много где. А вот что-то первое я не видел ни разу. Констриктус — это монстр из мультика «Пираты темной воды». Это Туся. Это Туся Констриктус. Так, нужен гвоздь. Я не прочитал описание. Я молодец. Ключ у него там. В грудной клетке. Ию. Я вынул пулю, детектив, но зашил в ваше тело ключ. И как ему живется с этим теперь, нормально? Они это. Как ты его туда зашил? Похоже, вы проявили небрежность и вас ранило. Я попросил кое-кого зашить рану, так что жить вы будете. Но в ходе операции я воспользовался возможностью спрятать в вашем теле ключ. Ключ этот не нужен вам, но нужен другим. Выживайте. Сомневаюсь, что у кого-нибудь из них есть хирургический опыт, чтобы вынуть ключ, не убив вас. Ты ж, сука. Пускать тележками. Гвоздь! Ура. Мы взяли гвоздь. Хорошо. Читать мы уже почитали. Так, а где? Там? Ну хорошо. Решите, верните фрагмент так, чтобы совпали символы на внутренних кольцах соседних фрагментов, чтобы открыть дверь. Сопоставьте символы. Да, попробуем. А. Ага, я понял. На аналоге что-то это некомфортно делается. Ну, прикольно. Спасите женщину в хирургической аудитории, найдите ключ от главного входа в вестибюль. Хорошо. Сейчас найдем. Ой. Кого-то это там. Разнесло. Не все мои объекты так сильно сопротивляются игре, как вы, детектив. Некоторые ищут смысл и испытания. Некоторые даже сами создают испытания. В смысле? Это он сейчас про Аманду, что ли, говорит? Некоторые создают испытания. Так. Блин, меня аналог дергается.
надо почистить еще раз. Что-то не то. Шкафчик, ничего. Нетушки. Это одна из тех игр, где ты больше смотришь на пол, чем... Тихо. А, да, ключ к выживанию лежит. Как Витхин переводится? Внутри? А, понятно. Так, некоторые из вас заметили, что в отдельных местах стены начинают прогибаться, тогда как другие стены стали проницаемыми. Просьба вывести из таких помещений всех опасных пациентов, чтобы они не проломали стены с целью побега. Начальник по строительству, с которым я говорил сегодня утром, уверяет, что у здания лишь оседает фундамент. Надеюсь, это поможет. Дэниел Уайтхерс. Ага. И чем мне это поможет? Некоторые стены лечебницы, прогнившие в прочные, проломывайте их. Чем меня с зажигалкой? Что происходит? Чтобы найти новые маршруты. Это надо. Чушь. Вот это прикольно. Так, здесь нужен. Понятно, фьюз нужен. Протиснуться. Ну это какой-то Silent Hill Homecoming. Угу. Предохранитель. Хорошо. Что-то мне подсказывает, что что-то сейчас произойдет. Ну-ка дай, подожди, я проверю вот здесь что. Открывается эта дверь вообще? Не заперта. Ну ладно, ясно. Так. Простите, я просто сейчас вспомнил, как хардкор сим по эту игру играл. Не попался. Эх. Да ну, попади. Эти загадки. А, ну чё не попадают-то? Да, лол. О, хорошо. Шприц. Отлично. Два шприца. Ну, у меня теперь есть два шприца. Так, ну чё? У нас загадка. Так, бирка на пальце. Чё там? Том Робинсон. Хорошо. Короче, суть загадки в том, что у одного в теле спрятан ключ. И мне нужно его вскрыть. Все остальные мертвы, как бы. Не так. Все остальные живы, но один он мертв. Тот, у которого зашит в груди ключ. А что написано? Фрикнер? Что? Все проверим. Ну-ка. Джимаумер. Вот он, да? Фолкнер. Просто я сейчас вспомнил, как Валера играл, он всех просто порезал. Требуется скальпель. А где мне его взять? А где у вас скальпель, здрасте? Не понял сейчас. А где скальпель-то? Чё? Не понял. Слышь? Игра.
Скальпель! Ау! Где ты спрятался, скальпель? А, скальпель? Куда вы спрятались, скальпель? Суки. Чего вы злышь? Алло, где скальпель? Кто-нибудь видит скальпель? Это не риторический вопрос. Кто-нибудь видит скальпель? Где он? Я не вижу скальпель. Я не вижу ваши скальпели. А вот он лежит. Мой хороший. Так, по-моему, вот этот, да, правильно? Нет, не он, а где ты? Вот ты? Слышь? Они мне даже выбора не дали, просто начал резать. По-русски. Все. Я все сказал. Это Аманда, кажется. Конечно, могла, но ты позволила своей зависимости одолеть тебя снова. Что там Давайте сделаем. Потестим эту штуку по громкости, не знаю. Может быть, теперь будет слышно? Некоторые двери можно запереть на засов, нажимая X, и большинство врагов не сможет открыть дверь. Хорошо. А, X. Напишите что-нибудь. Просто вообще не важно, что. Там что-нибудь такое. Так, куда я иду? А я что, тут был? Подожди. Ты что-то такое ощущение, что я тут был? Алло. Не-не-не, газ. Да я тут был, я что-то заблудился. Подожди. Ты слишком сильно. А, о, нашел. Наоборот, как странно разговаривает. О боже. Ядрить ты упоротый, товарищ. Равновесие. Некоторые места в лечебнице более опасны, чем другие. Двигайтесь левым стиком, чтобы пройти места, балансировать влево-вправо, видимо, да? Угу. Весеннее равновесие. Да нет, нет, нет! Uncharted! Сука, нажимал же влево. Чё за хрень? Я что должен был нажимать-то, подожди? Какое влево я должен был? Ты издеваешься? Да, ты сейчас серьёзно? О, если пройдешь 3 попытки, я буду удивлен. TMNT, 3 попытки. Фианорд Хибист зло, Апиев холодно. Хибест зло. Фианорд Хибест зло. Да. Почему она не сохранилась где-то в другом месте? По-моему, нам вот сюда, по-моему, я шел в прошлый раз. Что тут происходит? Да я откуда знаю? Да ничего тут происходит. Да мать твою! Где выход? Вот он. Вижу, ты прошел, Сэма. Прошел, да. Понравилось. Нет. Временами. Мама! Зауэр 95 чика отходит от Сема. На ровном месте, да.
Он даже не... Удивительно, бот говорит Каппа. Маанька, дай маньку, хочется маманьку, ух, какой голосок, ням. Что? Ням. Маньку, ням. Зачем ты использовал шприц-то, ну? Не использовал. Мяу-мяу, кавай. Мяу-мяу, кавай. Мяу-мяу, кавай. Кого хочешь, выбирай. Да что я запомнить не могу, дорог-то никак. Что ж происходит-то, ну? Мы сюда пришли, значит нам влево. Или нет? Абилус. Абилус, выручай! Снова стань Абиликса! Почему у нее голос так дрожит? Абилус! Она боится. Мама! Ты... Чё за бред? Я чуть-чуть мышку влево потянул. Я сегодня это место пройду уже. Я нихера не понимаю. Давай. Лёшка. Лёшка, картошка. Не тирайте ноги. Подожди, я что, со скальпелем хожу? Серьезно? Подожди. Чневая, убийца. Я убийца. Видишь этот взгляд? Я спать. Убийца. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Некрополь. Некрополь Марина. Собака Данкика, хорошо, что они лежат там спокойно. Кто я? Кто я? Прости, кто я? Дон Кика? И что? Спокойной ночи, Некропл. Я Дон Кика. Дон Кика, я страшный серый волк, а я в поросятах знаю толку. Да, блядь, ты чё делаешь-то? Чё за хрень? Как он не идет нормально. Слышь, игра. Давай мы пройдем это место. Блять. Шенму началось. Куда мне знать? Это тестовый режим в чате. Я не проверял его. Только сегодня его включил первый раз. Хоть закрывать, открывать, засовывай, ну. Ты можешь бегать? Там мне. Ты нахера скальпель-то выкинул? Объясни мне. Собака Данкика, да точно, Шему, похоже, Марина, было. Живи. Марина, живи. Марина, живи. Интересно, а на японском она говорит. Конничива баташи ва боддесу. Ерошку Онега и Шимас Каппа. Гребаный ты Винни-Пух, ты, блин, пойдешь уже по этой доске сраной. Хватит умирать-то, ну. Если таких будет много моментов, я сдохну. Попробуй на китайском написать. Правда, мне что-то кажется, что он тебе ничего не ответит. Я никак не смогу запомнить, с какой стороны выход, в какой вход. Почему здесь чекпоинт? Почему не там? Что-то душнистая игра. Мы только начали. Играем 20 минут.
Ёра, дай-ка. Он тебя сейчас там выдаст. И главное, вот эта срань не скипается. Опять дисторбит. Наконец-то, ёпта, свершилось чудо, друг спас друга. Теперь нам полагается пошалить. Сможешь ее спасти, детектив? Тап. Тэп. Бля. Тап, резкий хер. Свобода. Не говорит. Иллюзия. Грустная улыбка. Данкика, у меня такое ощущение, на этом игра закончится. Был разбор полетов, игра задолбала игроков. На том моменте с доской анимин 10 потратили только на нее. Точка, как вовремя я пишу текст. Точка, как вовремя пишу я текст. Грустная улыбка. Гениально. Да. Данкика, Уондер, читаются сообщения. Да, что-то я поставил, не знаю, потестить. Но мне что-то голос ее не нравится. Он какой-то это... тихий, что ли? Хрен знает. Тиник. Гвоздь. Ничего. Опа. Блин, нормально сейчас. Хорош. Шприц. Ничего. Циркумфлекс собака амперсант коа. Собака Данкика, так тебе не надо откликаться, можешь слышать чат. Что там она сказала сейчас про двоеточие с кавычками? Что? Анфинстикс. Как она назвала это? Анфикстикс? Что? Амперсант Куа. Доллар амперсант эм, звездочка. Амперсант Куа. Выбивные овечки, смайл, грустная улыбка. Рай, собака, рай, собака, собака. Райз, джидртуцию, все нойсы, драйнстатс, динспир, зум, один, прон, зайдан, кион, человек, дирандери, зум, фищи, источник, http://www.amalgamalov.com/songs/r/rimstein/resi.html символ авторского права лингва лаборатория http://www.amalgam-lab.com/. Дайте мне поиграть. Фамилия закрашена черным, пациент 825-361-31-27, дата 14 апреля 98 года, консультация. Заметка врача: на по предварительной оценке закрашена черным представляется вежливым мужчиной с глубоким пониманием реальности. Пациенту 34 года, женат в течение 2 лет, жена на трехмесячной беременности. Отрицает необходимость психологической помощи, но явился на встречу по просьбе жены, настоявшей на посещении из-за беспокойства по поводу его растущей склонности к самоизоляции. Пациент демонстрирует высокую степень ясности мышления и очень послушен. Первичные тесты выявили очень высокий коэффициент интеллекта и необычайную способность вспоминать факты. Тильда. Закрашена чертом. Гордится своими знаниями и интеллектом. Проявляет потребность находить слабости в других. Настаивает на том, что изменение поведения имеет место только у жены, которая перестала его понимать. Пациент вежлив и любезен, но неуступчив. Похоже, ему нравится давать туманные ответы и запутывать интервьюера.
Поведение пациента спокойно и контролируемо, появляется безразличие к эмоциям других людей и общее отсутствие сочувствия к человечеству. На словах выражает искреннюю привязанность к жене и ожидаемому ребенку, но внешне не проявляет этого чувства при разговоре с ним. После первоначальной консультации не ощущает потребности в дальнейших визитах. Назначил следующую встречу с возможностью отменить ее уведомлением в течение 24 часов на случай, если он передумает. Пациент проявляет склонность к депрессии и расстройству личности. У него. Он нарцисс? 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 Пьер. Нарцисс Пьер. О. Нормально. Это даёт шоколадный заяц. Я легко выберу. Я бы тоже сейчас... Пассижур. Угу. Я на символ авторского права. Сын, задумавшись, стоял на дороге, придворовая территория, и какая-то машина довольно близко к нему подъехала. Я его за рукав вытащила, поругала. Точка. На следующий день в детском саду девочка в группе говорит сыну с гордостью: «А это мы тебя вчера чуть не задавили». Что это было сейчас? Что это было сейчас вообще? Она как будто историю своей личной жизни рассказывала. Это не осколки? Здесь можно упасть. Но зачем? Мэй взвился подо мной и завопил истошно, яростно, сам не свой, брыкался с ума тошно, бешено я дышал, вцепившись мертвой хваткой, вся моя душа сидела где-то в пятках, выдохнув. Я достал своей меч из ножен резко. Что же, змея, финал подходит нашей пьески. Змей закричал опять, предчувствуя кончину. Чего за хуйню пишет? Я опустил меч на шею животине. Поехал, летел к земле с башкой, висящей на сопле. Что? С ботом вашим, Каппа. Там стекла. О, опять стекла, аккуратно. Закрыто с другой стороны, я чё шел-то? Чтобы тут все закрыто с другой стороны было. Беда какая-то. Ну, походу, нам сюда, да? Ху! Ху! Они съели бяшку. Бяшка? А где бяшка? Допрашивал меня? Но почему? Бяшка. Он здесь, чтобы встретиться со своей одержимостью и сделать выбор. От его решения будет зависеть твоя жизнь. За него похитили других, как меня? Тьма светится? Иногда. Тьма иногда светится. Что-то я нихера не вижу вообще дальше метра от себя. Ой, жесть. Вообще стены есть в этом помещении? Ну, слава богу. Что это? Дан Кика, да так хотел посмотреть, как чат поет, так себе оказалось. Чат поет. Чат поет, чат придумывает песни. Что дальше? Блин. Ну, со стеклами, конечно, дичь полная. Что он босиком. Приходится смотреть все время. Автосалон Порше открывается в 8 утра, чтобы те, кому на завод к 9, успели купить машину до работы. Разгадка любой головоломки в ее фрагментах.
иного ракурса нужно взглянуть на задачу. Хорошо. А в чем соль задания? Блять, ты чё пугаешь-то меня, алё? Ты чё, издеваешься? Детектив Тэп почти пришёл освободить тебя. Он быстрее, чем я ожидал. Тэп? Тот коп, что гонялся за тобой и допрашивал меня? Но почему? Он здесь, чтобы встретиться со своим другом, чтобы сделать выбор. От его решения будет зависеть твоя жизнь. Ножницы. Ножницы, скальпель, монтировка, пистолет, нож, булава какая-то. Видимо, надо где-то что-то найти, может быть, на стенах. А он что, топор? Ёпты ж. Могут быть флуоресцентные надписи. Такое бывает в играх. Но я пока на полу только значок пилы нашел. Разгадка любой головоломки в ее фрагментах. Иногда нужно взглянуть на задачу совсем с иного ракурса. У меня нет предохранителя. Может быть, он в ящиках? Я что-то об этом не подумал. Опачки. Чё, не найдено? Ну окей. Опа-на. Тихо, нихера себе. Откуда начинать смотреть? Да ладно, ты серьезно, игра? Чё, приколюха какая, смотри. Офигеть. Ты понял, да? Чё получилось? Пистолет получился. Хорош. Вот это хорошая загадка. Два электрода в воде на уроке химии учительница спрашивает, что можно получить. Комментатор на посту охраны. Два электрода, Вовочка шепчет с задней парты, хороших тумаков от сварщика. Я успел отбежать? Это лопата? Какая лопата? Чё? Там чувак был живой, он мне сказал, не подходи. Почему и чего? Ну, хочу. Хватит писать эти истории. Храни нашу милостивую королеву. Да здравствует наша благородная королева. Боже, храни королеву. Пошли ей ратных побед, счастья и славы, и долгого царствования над нами. Боже, храни королеву. Ща доиграетесь и выключим. Угу. Да, Чичко. Да. Да, Силька. Silver Sword 95. Там кто-то есть? Чтобы вы хоть по делу писали что-то. Что-то начинать какие-то истории, которые мне вообще непонятны. Писать. Что это? К чему это? Не подходи. Не подходи. А вот и подойду. Я не могу отпустить тебя. Тёть, куда храню, это ты? Храню. Храню, храню. Храню, храню. А чё он мне сказал? Он сказал не подходить, а я подхожу. И я такой непостоянный. Оставь же меня в покое! Что здесь происходит? Ты чё, слышь, айди сюда. Почему Чак начал разговаривать? Доска. Гитсик. Какой дьёль? Слышь? Бэм! Что происходит? Почему чат начал разговаривать? Да я включил. То есть у меня ничего, у него ничего не было? Воу, а чё так я как бы по полжизни сейчас всрал тем, что упал походу. Ну ладно.
Найдем сейчас, может, что-нибудь полечиться. Какой-нибудь бинт. Еще что-нибудь. Вроде-то особо пока на меня никто не накидывается. Чего? Фамилия. А, это мы читали. А как так вышло, что мы вернулись? Я что-то взял? Что ли? Что-то вот этого красного, по-моему, не было. Я коммутатор взял, да? Правильно? Вот эту какую-то хернюшку. Круглую. Где ее надо использовать? Только вот осталось узнать. Опа. Нычка. Пустая нычка. А, вот мы сюда. Тебе на пост стороны надо. Так. Ой, эти загадки я люблю. Так. Угу. Из-под выпадверта. Угу, так. Интересно, как бот это прочитает, Каппа. Ой, не то. Не то. А, подожди. Электричество идет отсюда. Мы можем так сделать. Я не увидел просто сначала. Как он повернут был. Опа! Опачки. Дверчика открылась нормально. А вот, я же говорил, бинты где-нибудь найдем. Че это было? Че там? Кого-то шибануло, походу. Выпускайте кракена. Все на дно. У него супер крутая зажигалка. Он не обжигает ей руки. Воу! Тихо. Да на! Бау! Не, подожди. Хоба! Хоба! Вот это они прикольно сделали. Стенки проламывать можно. Нравится. Разрушаемые объекты — это вообще круто. Тем более в такой-то игре. Опа. Я поменяюсь с тобой трубой. Ничего не найдено. Ну и ладно. Нормально. Блин. Хера суровый. А иногда запереть дверь на засов недостаточно, чтобы враги не подобрались через запертую дверь. Нажмите H, когда находитесь рядом с чем-то тяжелым, чтобы забаррикадировать этим предметом дверь. Один из нас не встанет. Наверное, так. Так. Я все правильно сделал? Или надо было на засов закрыть? Слышь, игра. Игра. Ой-ой. Встань. Чё это такое? Ее комнаты, поспешите, или ее ждет судьба вашего последнего напарника.
так жаль. Напарник Синг. Подозрительно. Так. Что-то закрылось. А что закрылось? С чего вдруг? Что-то такое, что не так? Где еще оружие, так и будешь бегать с этой железякой. Да. Ты что, ты издеваешься, чтобы в пиле кому-то дали оружие огнестрельное? Очень серьезно? Что-то мне это не нравится. Минута у нас. Подобрать код. Хорошо. Так, здесь фьюз нужен. Не напоминай. Так, а где тут еще что-то может быть? Предохранитель. Есть, хорошо. Пять, семь, девять. Фу. Ой. Добрый вечер. Я бы не отказался от пушки, которая швыряет ядра. Только в другой игре. В любой другой игре. Но не в Serious Sam. Спасите ее. Детектив Тэп. Может спасти ее. Интересно. Ну-ка. Чё это? До сих пор конструктор, констриктус, мы уже планировали. До сих пор констриктус. Пизда. До сих пор конструктор не оставлял живых никого. Аманда Янг стала первой и единственной известной жертвой конструктора, которой удалось выжить. Подробности о Янг будут скоро сообщены, а ей еще предстоит дать показания о своем похищении. Он спас меня. Такие слова сказали Аманда Янг. Сказала Аманда Янг. Единственная известная жертва конструктора, которой удалось выжить на пресс-конференции на лестнице здания мэрии вчера утром. Представитель полиции помешал Янг выдать слишком много подробностей дела, но дал ей высказаться о том, что она чувствовала в те ужасные моменты. Угу. Ясненько. Я знаю, что не скажу. Обещаю, я больше не буду. Ни наркотиков, ни резать себя, ничего. Знаю, что не будешь. Я не знаю, что еще сказать. Что еще предложить? Свою жизнь. Почку. Свою почку. Нам нужна твоя почка. Нам срочно нужна твоя почка. Дай ее нам. Воу, первая жертва. Ух ты, ух ты, ух ты. Что-то намечается сейчас какой-то будет. Ой-ой-ой. Головоломочка. Вытащи меня отсюда. Привет, Аманда. Привет, Аманда. Ты судя меня по второму фильму, спасать ее нафиг не надо. Я спас тебя, только забыл. Ты повредила свое тело наркотиками и болью. Теперь игла спасет. Судя по любому фильму, спасать ее нафиг не надо. Доза намечается. Устройство перед вами содержит противоядие каждому. Противоядие каждому из них, окей. Синий направо. Но будь
будьте осторожны, если неправильно смешанные антидоты вызовут некоторый дискомфорт. Некоторый? В последней нашей игре ты освободилась, отняв жизнь. Теперь же твое единственное спасение — доверие к постороннему. Угу. Живи или умри, Аманда. Оу. Не должно было бы стать ему плохо от этого. Это же похожая маска, которая была на... Так, мне сейчас куда нужно попасть-то? А, без разницы куда. Правильно? Неправильно. Надо в левое, красное. Я понял, все, извиняюсь. Извиняюсь, Аманда. Мне нужно синий в синее залить. Красный сейчас, по идее. Давай, скорей. Да. В смысле мимо? А Юан, тут на ней ДНК построил. Спасибо, Пингви. За 100 битцев. Воу, спасибо большое. Надо было включить этот. Чтобы монстрик летал. Давай включим. Давай включим, чтобы он... Летал на мой. Да мы это сделаем по-другому. Ей краткое. Подожди. Не включим. Там надо что-то геморроиться как-то. Ладно. Это на другой битцев, сцене. Богу битцев. Это надо на другой сцене. Надо будет сделать просто на этой сцене. Так, сейчас, что у меня? Мне сейчас нужно вколоть что-то. Но нужно сделать это в правильную. Красное. Еще один клуб Чернокапа. Нормально. Так, если я кину синяя. Вправо, влево. Влево. И должна быть красная. Да. Я понял, как это делается. Я вспомнил, как это делается. Подождите. Так. Синяя. Влево. Влево. Вправо. Вправо. Угу. Синяя. Опять синяя. Вправо, вправо. Красная, влево, влево. Вправо. Влево, влево. Красная. Угу. Влево, вправо, вправо, синяя. Я надеюсь, вы понимаете, в чем смысл этого мероприятия. Вправо, вправо. Синий. Синий. Влево, влево. Красный. Так мы должны красную наполнить, что ли? А, вправо, влево. Прошу, быстрее! Влево. Ты красный, не ори. Теперь надо синий наполнить. Влево. Вправо, вправо, синяя. Я чуть Аманду не убил. Чуть не убил эту стерву. Опять балуешься японским карпа. Вытащи. В смысле? А теперь нужно заново? Или второй раз, что? Влево, влево. О, по два теперь. Идти, что ли? Знак твердый, знак мягкий, знак твердый, знак. Вправо, влево, влево, красный. Аборт тоже переводит. Босман, ослабо без Google Translate, Аслот. Вытащи. Красный. Аборт не умеет на японском. Да. Всем привет. Привет, Рентаро. Влево, вправо. Синяя должна быть. Привет. Правильно? Привет. Привет. С
Сильно. Привет, Рентара Викторовна, слышь. Хорош. Да не ори там. Красная. Синяя. Красная. Жесть. Все в порядке. Ты в порядке? Что ты сделал со мной? Что ты сделал? Дит комфорт слэш. Я в порядке, знаю. Слушай, нужно играть по его правилам. Я видела его. Я видела его. Кто он? Как он выглядит? Тебе только это и важно? Я чуть не умерла. Мы все здесь из-за тебя. Детектив. К черту все. Одну спасли. Не уверен, что с остальными получится. Но одну спасли. Одну ненужную нам женщину спасли. Поверить не могу, что я снова здесь. Слушай, ты сам знаешь, я раз уже прошла его испытание. Сейчас нужно быть осторожными. Как узнать Аманду в толпе? Красная футболка. Безумцы. У меня такое чувство, что весь сумасшедший дом в ловушках. Они не разрешили свои лица использовать или что? И оба выберемся. Он наблюдает. Ты уже пережила одну его ловушку. Как ты смогла? Хотя явно провалила испытание. Потому он снова меня сюда и притащил. Да еще с копом поганым. Ну надо же. На всякий случай говорю. Здесь всем заправляет конструктор. Легош? Легоч. Гвоздь шприц. Конструктор Легосим заправляет здесь. Бля, ты чё? Ты... Слышь. Не надо так делать больше. Ой, крыс побежал. Найди секрет, сожженный в подвале. Узнай тайны, хранящиеся в подвале. А, buried, похороненные. Точно. Предвовчик. Отец был в каком-то фильме. В первом, втором. Почему-то. Ну, он детектив, который преследовал пилу. Ему еще помнишь, гортанчу перестрелили. Он еще с какой-то этой ходил хреновиной. В первом он, по-моему. Или во втором. Не, наверное, во втором все-таки. Хотя нет, может и в первом. Он еще в этого, в него выстрелил, в пилу, по-моему. Ну так, смутно. Не знаю, откуда у вас этот котел, но он никогда не работает как надо. Швы не выдерживают давление, необходимое для того количества батарей, что есть у нас, если мы и дальше будем этот... Это Йода писал, что ли? Если мы и дальше будем этот котел использовать так... 2004 года это какой? Как сейчас это плохо кончится. Рэй Уоткинс. Главный смотритель. Нельзя здесь оставаться. 2004... Я просто смотрю цитаты, и она там есть. Кто? 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 Куда? Чё? Ты о чём? Ты про пилу? Не поможем! Убитый вами также звал на помощь, когда умирал, лежа на улице. Ты, откуда ты знаешь? Я никогда никому не рассказывал!
Вы скрыли это, но все, что похоронено, лежит и гниет, не так Протапа. Ли? Отталкиваясь от кого вы любили, все, о чем... 2004 это первое, по-моему, было. В 2017 он будет фильм «Пила наследие». Господи! Надеюсь Выдержите на это. Все готово. Удачи, детектив. Ева, как? Очень странный момент был. Исходя из того, что... Как бы... Ты знаешь, кто под маской. Нихера себе крысы бегают. Ты чё, слышь? Сними его с меня! Зачем? Сними его, сними его! Бау! Ну, во второй части, по-моему, в таком железе бегает. Свин-спасатель. Да, truth, подключил. Правда, невиновный друг или враг, или друг, найди правду или умри, я правильно понял, друг, жить, правда, найди невиновного. А, что-то будет происходить-то еще? Друг или враг? Я откуда пришел? Я отсюда пришел. Ключ, как и ваша жизнь, лежит на... Да, я что-то включил. Проверить. То в чате вроде есть. На самом дне. Говорилка. Бочка с кислотой. Сейчас бы в бочку с кислотой руку сунуть. Можно чуть громче сделать. Нет. Нельзя. Не делается. Я бы сделал. Где ключ-то? Что там? Хитрите. Магия. Рука зажила. Сейчас бы в бочку с кислотой руку сунуть, и рука заживет через секунду. Ничего. Кто-то пришел, или это за мной дверь за... Странно. Опа. А вот это интересно. Скрытые ловушки. Даже простая ходьба может быть опасной в мире конструктора. Смотри под ноги и в поисках растяжек, привязанных к дробовикам во время обезвреживания их. При наличии важных предметов, да, нужных предметов их можно установить заново и использовать против врагов. Провода. Нужен провод и патрон. Это я взял? Или что? Твою мать, ты чё там надо садаешь? Чё-то увидит ли уборщик? Что видит уборщик в паре? Дорога впереди станет вашим первым испытанием. Желаю говорить с уборщиков насчет пар. Крепкого сна и сладких сновидений. Желаю выспаться и встать с той ноги, с утра вдохнуть воздух счастья и отправиться покорять этот чудесный мир. Спасибо. Спасибо. Найдите способ его перенаправить, или вы обречены, как и все, кто здесь находится. Угу. Ну, видимо, нам сюда. Ну да. Гиджой. Уверен, вы знаете, что вчера у котла прорвало один из швов, выходящий...
чем из прорванного шва паром Брюса чуть не отрезала всю руку. Отрезала? И врач сказал, что, возможно, все равно придется ампутировать. Поддерживать такое давление в котле слишком опасно, когда прорвет следующий шов, кто-то может погибнуть. Рэй Уоткинс, главный смотритель. Такое ощущение, что Рэй Уоткинс погиб. Holy fuck! Хрю-хрю-хрю. Что там на стене? Давайте, рассказывайте. Что не так с этим Змайло? Не твои зомби как будто. Угу. На нас одели такую же срань. Ага. Тьма светится. Угу. Как бы мне свет-то выключить? Да не тут. Опа, ключ. По брику вырвали просто. Ну, он как собак, на нем все заживает вообще прям в момент. Так, и чё? Господи, ты так это беспалево открываешь? Рука манекена. Я тебя рукой ударю. Ударь его рукой. Ударь всех рукой. Нельзя никому подходить, иначе произойдет выстрел, если я все правильно понял. Либо им ко мне нельзя подходить. Но я что-то чувствую, что это у нас взаимовыгодное сотрудничество. Чика, сколько еще стрим до утра? О, сейчас. Сейчас. Ой. Да, если ошейник реагирует определенных врагов с таким же ошейником при приближении, то к какому врагу лампочки на задней стороне вашего ошейника замигают. Чем ближе враг, тем чаще они мигают, и тем скорее взорвется ваш ошейник. Когда ошейник активирован, держитесь подальше от врагов с ошейником. Если сохранить дистанцию достаточно долго, ошейник на враге взорвется и деактивируется. Ты чё, псина? Да поверни ты, ну. Завались. Человека убил манекеном. Рукой манекена. И ужасный человек. Такое ощущение, что с некоторым оружием здесь просто какая-то задержка идет в ударе. Потому что я вроде пытался его ударить, но что-то его не бил. Вот я сейчас вроде нажимаю. Непонятненько немного. Так, как мы это сделаем? Вот так и сделаем. Я забываю, что тут еще и напольные растяжки же бывают. И эта игра вышла 2017. С чего ты взял? Эта игра вышла, черт знает когда. В 2006-2007 я на скидку даю. Чё, шернулись нормально.
нормально так ширнулись, хорошо. О, да. Бойлерная. Там нужен этот переходник. 2009. Запомнить. Девятки. О. Значит так. Я на вскидку ж. Воу, Игрик. Игрик. Растяжка. В смысле, провод для растяжки. Нихера себе, а как? Подожди. Ага. А что нужно сделать? А, заставить левую крутиться, я понял. Ни разу не видел, поэтому так решил. А-а-а. Бывает. Пойдет так? Да, пошло. Ух. Ну, бить, наверное, крутая. Мы, это, Макфлай, не используем алюминиевые биты. Колесо близко. Чё? Ну, хорошо. Гвоздь ещё. Ты чё? Ты... Добей его! Бэм! Да ты что-нибудь-то делать будешь сегодня? Господи, я что-то не могу с управлением совладать. Бэм! Че это? Че за звук? А-а-а, он должен был... Я понял. Щельнультесь. А что тут делал-то? Гвоздь. Еще один гвоздь. Что он иногда бьет сразу, иногда что-то ждет. Я не могу понять. Воу, тихо. Хорошо. Соседский ребенок, что ли, пронес? Что ж, пыль полетела. Тихо, аккуратненько. Я не вижу всего электричества. Ваш друг. Медхранитель дает возможность активировать электрощиток при включении. Да, это у меня ПК-версия. А при включении рубильника открывается дверь, включается свет и даже создаются смертельные электрические ловушки для ваших врагов. Подав электричество. Остерегайтесь луж на полу. Че? Я понял. Электричество, мой друг. Я понял. Че у вас там в стиралке? Кто-то стирал манекеновскую голову. Зачем? Шестерни нашел. Хорошо. Зачем это мне? Шприц, инвентарь, нет места. Окей. Закрыто с другой стороны. Батмам. Закрыть все. Выход. Тролли. Моя дорогая Мари. Я только. Всем пока, Иллюминати. Пока, Феонор. Я только
поступил на работу смотрителем в Вайнхерст, а уже возникли проблемы с адаптацией. Здешний народ вообще не волнует безопасность смотрителя. У них есть котел, который слишком мал для здания такой величины, и нам приходится поддерживать в нем высокое давление для отопления помещения. При смешивании некоторых чистящих средств люди начинают болеть. Когда из-за этого я теряю человека, мне присылают другого. Мне послышалось, надеюсь. Еще более тупого, чем предыдущий. Буду высылать деньги и дальше. Пожалуйста, сообщи мне, когда у вас там снова заработает завод. Мне не терпится снова дотронуться до тебя. Какой завод там у тебя заработает? И зачем тебе дотронуться до меня? Там что-то там. Конча. Не послышалось, да? Видимо. Передох. Конча. Не называйте этих людей душевно больными, но я этого не наблюдаю, больше не наблюдаю. Конча. Они такие же. Давайте не будем говорить на наш глядя о конче. Они такие же, как мы, Мари. Здесь есть пациентка по имени Эмма, а она во многом на тебя похожа. Она выглядит как ты, смеешься как ты, пахнет как ты. А это все врачи, они держат этих людей в тюрьме. Я написал письмо, чтобы сообщить тебе, что не приеду домой на день благодарения. Ты теперь так далеко, я останусь здесь с Эммой и другими друзьями. Данкика, планируем нечто масштабное. Из двух слов. Зачем? Эй, зачем мне настольная лампа? Оу. Вентик. Таюш, мать. Слышишь кого-нибудь? Заткнись! Где моя медалька, как то про Флерши? Данкика, проверить, как голос это произнесет. Ну попробуй. Только без оскорблений кого-либо. О, не! Ты этого, кто бы ты ни был, у тебя проблемы. Получай. Бэм! Нахуй! Хорош вписал ему. Давай, второй, иди сюда. Ай. Бэм! Фаталити! Я не знал, что так можно делать. Охереть. Прикольно. Я думала, там что-то прям матерное будет. Да я тоже что-то думал. А тут лошадка и чай. Лошадка и чай. Что? Так, настольная лампа. Можешь ее взять. А как быстро ты этим бьешь? Неплохо. Так, мы взяли вентиль, правильно? Надо теперь вернуться, да? Каким-то образом. Я все еще жива. Ой-ой-ой, ловушки, тихо. Что-то я Resident Evil вспомнил. Че это вдруг? Уже 2 месяца прошло. Не скучаю по нему. Мне тебя не хватает, Resident Evil. Мне тебя не хватает. Где эта штука-то? Охуели, я что-то. Иголки красивые. Хорошо. Хорошо. Во, бойлер рум. Да блять, аналог, не дури. И он это. Я нажимаю вверх, а он меня это. Вот так делает. Бесит.
Мне сюда? Да? Крысы, вы куда? Вы чё? Это надо писать, когда ГГ в сортире рукой ковыряется. Собака Данкика, так купи консоль PS4 и все части Резидента. Зачем? Неплохой графон для 2009. Зачем мне Resident Evil? И... все игры на PS4. Зачем? Если они у меня все на ПК практически есть. Так, вот. Я нашел. Откуда начинать? Вот отсюда. Угу. Так, а тут что? Вот так? Тем более на PS4 первая, вторая, третья часть говнище полнейшее просто. Просто сказать, купи консоль. Во-во, просто сказать. Я чуть хлебом не подавилась. Буэна. Чё, хочешь игру поиграть? Купи консоль чё-то. Ниньо. Чё-то как не очень. Буэна. Я куда иду-то вообще? Ты мать твою. А, она выключена. Ладно. С чего бы начать? Вот отсюда и начнем. Чё-то как-то изи. Да, мадемуазель в чате. Да я тут был. Давай. Ширнемся чуть-чуть. Абилус. Абилус, выручай! Снова стань Абиликсом! Мне нужна бойлерная. Там был вентиль, который мне нужно покрутить. Бэм! Ай. Да ну лол. Да ну бей! Вернусь чуть-чуть. Вроде еще один лежал этот. Да. Бойлерная. 21. Бойлерная. Так, ну откуда отсюда вышел? Патроны. Растяжка. Нет места в инвентаре. Что-то у меня всего навалом. О, давай возьмем. Труба-то получше будет. Давай-ка я лучше спущусь по-человечески. Ты в прошлый раз прыгнул. Нихерово так себе ноги повредил. Ого. Контрольная точка только что была. Да, была? Прыг на пол XP. Да-да-да. Дружок на пол XP. Был, был. Ой, ребят, да я, наверное, пойду отдыхать. Что-то это... Чуть-чуть поиграли, я обещал. Я поиграл. Чуть-чуть. Но завтра мы будем ее проходить уже. Ну, в смысле, прям хорошо будем проходить. Как молодцы. Вот, ладно. Немезис. 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 Спасибо, было клёво. Было клёво пройти Сириус Сэма. Вот. Пока всем.
Я больше этим озвучивателем не буду пользоваться. Всем конча. Нормально. В общем, это... День продуктивно прошел. Да погодите, с вами Бэби один. Если кто-то не посмотрел, там вспоминашки вышли в группе. Если что вам интересно, там можно посмотреть. Четвертый выпуск. Ай, вспоминашки. Ну а в остальном, что? На сегодня все. Всем спасибо, что смотрели. На канал подписывайтесь, в группу вступайте. И завтра мы продолжим пилу. И я что-то не помню, что там дальше у нас по списку, если что. Но я думаю, что-то хорошее. Надеюсь, по крайней мере. Ладно, все. Всем спокойной ночи. Удачного отдыха там. Или удачного дня. Все, давайте, покидываем. American.